наших членов жюри, Любовь Симонова, директор проектного офиса «Ростелеком». Ну что, включите, пожалуйста, презентацию, я достаточно коротко собираюсь рассказать. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Переключение слайдов. Кто разработает методику переключения слайдов, тот получит приз. Да, действительно, 1711 человек – это самый большой хакатон страны на текущий момент. Хотя нам описали коллеги из Russian Hackers и говорили, что у них больше, но это не так. У нас действительно самый крупный хакатон. Давайте следующий слайд. Я хотел вам показать, кто, собственно, сидит в зале, кто эти люди. 235 разработчиков мобильных, веб-разработчиков, 204 менеджера, продакт-менеджеров, проект-менеджеров, 194 аналитика, что тоже нас радует, 95 дизайнеров и 8 экономистов. Собственно, 8 экономистов — это вы, один из них. Ну, собственно, интересный набор, потому что, как вы знаете, в традиционных хакатонах участвуют разработчики и дизайнеры, а здесь и менеджеры проектов, и продакт-менеджеры, и аналитики, и дизайнеры, и экономисты. В общем, интересный большой набор. Из этого числа мы сформировали 117 уже команд, утром было 119, две команды к нам, видимо, не доехали. Но 117 команд — это все равно самый большой хакатон, примерно по 4 человека в командах. Из них 82% мужчин и 18% девушек. А девушки можете похлопать? Ну, вы знаете, есть традиционное правило Парето. В общем, 20% девушек могут сделать 80% результата. Правильно, Люба? Ну и, собственно, мы посмотрим в этом таком гендерном соревновании, кто победит. И лично я буду болеть за девушек. Посмотрите... Спасибо. Посмотрите на эту карту. Это большая карта нашей страны, и здесь отмечены города, откуда приехали, откуда подавали заявки участники. И к нашему большому удивлению, к нашей большой радости, создавать в Москве цифровые продукты готовы не только люди, которые живут постоянно в Москве, но также из Новосибирска, Челябинска, Якутска и даже из Хабаровска. Самым первым участником хакатона, который пришел сегодня, стал Олег из Нижнего Новгорода. Ему 18 лет, он учится в радиотехническом колледже в Нижнем Новгороде из команды True Russian Hackers, правильно? Да, я лично буду болеть за вас, и мне это можно, потому что я не участвую в процедуре отбора победителей, поэтому я болею за вас. Ну, вот распределение по трекам. Больше всего заявок в треке Retail Tech. И потому что еще и потому, что там больше всего партнеров, и Ашан, и Леруа Мерлен, и группа компаний Эвка. Big Data 23 команды, Real Estate Tech 22 и в команде Advanced Analytics 27 команд. Я хотел вам показать тех людей, которые будут отбирать победителей уже в этот понедельник. Это люди, которые представляют различные сферы городского управления, городского хозяйства и сферу городских услуг. Эти люди выберут победителя, абсолютных двух победителей хакатонов, которые разделят приз по 500 тысяч рублей. И, возможно, у вас будет возможность им предложить модели сотрудничества и партнерства с городом. С другой стороны, полностью сформированный интересный стек партнеров из числа корпораций, это ведущие корпорации, действующие и в России, и за рубежом, Ашан, Peak Digital, Leroy Merlin, национальный депозитарий, группа компаний Эвка. Есть три спецпартнера, это компания Ростелеком, которая будет представлена во всех треках, и вы сможете с ними пообщаться вне зависимости от выбранного трека. Это команда ВКонтакте, мы поэтому на время хакатона запрещаем пользоваться Фейсбуком. Это шутка. И команда Here — это крутая команда, которая присоединилась к нам. Мы вам очень за это благодарны. 1 900 000 — это много или мало? Кто-то сказал нормально, потом все сказали мало. Ну, как мы знаем, с вами деньги — это не самое главное. Главное — это получить возможность пообщаться
с теми людьми, которые сидят в первом ряду. Это люди decision-makers, люди, которые готовы менять нашу страну, наш город и корпорации внутри. Это амбассадоры цифрового развития. И надеюсь, что у вас вот эта вот технологическая химия действительно случится. Два победителя по 500 тысяч. 100 тысяч рублей получат 7 остальных 7 финалистов треков, 7 победителей треков. И два победителя специальных номинаций получат по 100 тысяч рублей. И мы надеемся, что за это время вы круто проведете время вместе, вы объединитесь. У нас на хакатоне часто случается не только технологическая химия, но и человеческая химия, поэтому оглядывайтесь по сторонам. 20% девушек – это означает только одна девушка на 4 парней. Надеемся, что вы круто, надеюсь, я правильно посчитал, надеемся, что вы круто проведете время друг с другом. У нас будут действовать большие зоны на Красном Октябре, где вы сможете пройти в режиме реального времени собеседования в корпорации. Вы сможете представить экспертам свои продукты. Ну, я надеюсь, что на финале вы покажете себя лучше всех и заберете эти деньги, либо их увезете, либо для тех, кто в Москве, оставите их здесь. Ну, в любом случае, все мы с вами будем развивать наш город, делать его современным, технологичным и просто классным. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Большое спасибо, Андрей Кулак.